Сегодня я обещал рассказать про некий необходимый минимум знаний, который нужно иметь для того, чтобы самостоятельно установить Linux на свой компьютер. Вот. И, сейчас скажу. Возможно, не в самом простом случае. Допустим, сделать двухсистемную установку, чтобы там был Linux и то, что было до него. скажем, другой Linux. Кстати, это гораздо более, слегка более сложный вариант, чем Linux с Windows. Прежде чем начать говорить об этом, я хотел бы рассмотреть несколько других вариантов знакомства с Linux, да, которые, возможно, стоит попробовать, если уж вы так этого всего опасаетесь. Да? Значит, почему вообще можно опасаться установки Linux? По одной простой причине. Установка операционной системы на персональный компьютер – это всегда какие-то шашни, какие-то действия с жестким диском, то есть с тем носителем, на котором, вообще говоря, уже стоит какая-то операционная система. Вот. И понятное дело, что поскольку сама эта операционная система, которая там стоит, она, в общем, не предполагала, что с жестким диском будут происходить такие радикальные изменения. У нее может поехать крыша. Вот. Например, известно, что, скажем, какой-нибудь Vista Professional, наверное, 7, Windows 7, если такая существует, они, например, очень любят проверять содержимое таблицы разделов. Если там что-то не так, просто брать и прописывать то, что там было раньше, не глядя. Вот. Соответственно, вы установили Linux, загрузили Windows, он его убил. Вот. И закопал, и надпись написал. А вы опять установили. Ну и так далее. Другой, более как бы скучный вариант состоит в том, что сам процесс реорганизации данных на диске может привести к тому, что имеющаяся там в данный момент операционная система перестанет работать. Вот. По многим причинам мы о них сегодня поговорим. Вот. Третий и, собственно, главный повод не ставить Linux на свой компьютер – это просто боязнь не справиться с управлением. Да? Есть некий инсталлятор, он страшный, он использует какие-то волшебные слова, пугающие. Вот. Мы их видим и дальше не идем. Вот. Собственно, ради того, чтобы вот этот третий пункт не существовал, и задуман план этой лекции. Итак, давайте сначала посмотрим, какие у нас есть опции, если мы не хотим ставить операционную систему вот, на свой компьютер, да, Linux, а хотим просто на нее посмотреть. Есть вариант использования виртуальных машин. Виртуальные машины. Что это такое? Это такой класс программ, которые изображают из себя компьютер. Вот. То есть делают вид, что у них есть там память, диск, видеокарта, какие-то внешние устройства. А в действительности все это виртуальное. И видеокарта на самом деле приводит к выводу просто изображение там в окошечко. Да? Диск – это файл, ну и так далее. Вот. Известные виртуальные машины – это какой-нибудь QEMU KVM для Linux, VirtualBox для всех платформ, ну и VMware для всех платформ. Да? Ну плюс еще под Windows есть своя собственная виртуальная машина, как она там называется. А? VirtualPC, да. Про нее, на нее больше нареканий, чем на другие виртуалки, поэтому обычно ее не рассматривают. Вот. Что мы имеем, используя виртуальные машины? Мы имеем полную гарантию того, что если она, само программное обеспечение заведется, то то, что мы туда поставим, никому не будет мешать. Вот. Более того, современный инструментарий управления виртуальными машинами позволяет развертывать, свертывать, выбрасывать, создавать новые виртуалки со скоростью необыкновенной. Вот. Под тем же Linux с помощью какого-нибудь вирт-менеджера вы просто там, условно говоря, в три нажатия кнопки создаете себе виртуалку и начинаете с ней работать. Вот. Что касается VMware,
то вообще на сегодняшний день это чуть ли не первое в мире, ну, в смысле, самое успешное и как бы лидер рынка по части не просто там изготовления каких-то виртуалок, а продажи вот такого рода решений, в том числе и, так сказать, облачных. Да? То есть у них там эта система управления всем этим безобразием доведена до какого-то вот, ну, совсем коммерческого и интерпрайзного уровня. Нам, конечно, ничего этого не надо. Нам надо просто взять и потыкать палочкой какой-то конкретный дистрибутив Linux на предмет того, а чего это такое, как это выглядит. Значит, главный бонус, повторяю, если у вас есть достаточно ресурсов вашей машины, то есть достаточно свободного места на диске для того, чтобы там целый диск в виде файла хранить, да, достаточно памяти, достаточно вычислительной мощности, то вот вы ничем не рискуете совсем. Поставили одну систему, поставили другую, третью, там, десятую, запустили их все 10, лишь бы памяти хватило. Каковы главные недостатки использования виртуальных машин для знакомства с Linux? Самый главный недостаток – это быстродействие. Да? Что бы вы ни делали, какой бы, значит, уровень виртуализации, насколько бы эта виртуализация не поддерживалась аппаратно, а сейчас очень любят делать процессоры с поддержкой виртуализации, все равно падение производительности будет довольно ощутимым. В случае, если поддержка аппаратной виртуализации не полная, то за счет этого будет основное падение, там раз в 5 медленнее все будет работать. Если она достаточно полная, все равно будет все работать довольно медленно, потому что все внешние устройства тоже виртуализованы. Да? Скажем, видеокарту полноценно имитировать со всей трехмеркой, со всеми пирогами не умеет никто. Ну вот есть какие-то поползновения в VirtualBox это делать. Не, ну там основная проблема в том, что Трехмерки нет в клавиатуре. x86 только недавно появился и ММО. Да. ЕОМУ вообще как бы вот только-только-только придумали, его, так сказать, только сейчас учатся пробрасываться. Он в файверах был. Да, хорошо. Его только-только придумали в 84 архитектуре. Вот. Значит, Не, а так на самом деле на ОВЗ все очень хорошо. что? В общем, VZ не является виртуализатором вообще. Ну как не является? Тут Windows не поставишь, верно? Так а зачем Windows? Ну как зачем? Может, Linux хотим смотреть? Ну, в общем, да, но Надо Windows не поставить. да, значит, тут вот зашел разговор о некоторой смежной теме. Помимо виртуальных машин, собственно, машин, которые делают виртуальную рабочую среду, есть еще несколько других инструментов, похожих на них. Это в первую очередь так называемые паравиртуализаторы или инструменты изоляции. Да, среди которых там Virtuoso и OpenVZ самые такие известные. С другой стороны, Джео какие-нибудь. Солярис. да, значит, вот туда же идет тот самый Солярис зоны, туда же идут бездишные джейлы. Это вот все такие способы, собственно, не виртуализации, а запуска процессов с одним и тем же ядром операционной системы, внимание, это важно, да? Просто полностью изолированных друг от друга, как по файловой системе, так и по межпроцессному взаимодействию, по ресурсам, по всем остальным. И тем не менее, на Википедии это называется как раз виртуализация уровня операционной Я системы. уже читал статьи сегодня на Википедии. Вот. Не верьте в Википедии никогда. Википедия – это инструмент достижения всенародного согласия, а вовсе не истина. Вот. Будьте любезны, еду и питье уберите, пожалуйста. Представьте себе, что вокруг вас сидят люди и хотят кока-колу. Вы будете весь в их слюне. Вот. Значит, да, о чем бишь это? Я, например, хочу. Вы будете весь в моей слюне. Да, так вот, значит, сейчас, да, ну хорошо, да, раз уж об этом речь зашла. Итак, есть помимо, собственно, виртуализаторов, таких вот эмуляторов, есть еще несколько классов софта, которые делают похожие вещи. В первую очередь, это штуки, которые обеспечивают изоляцию, как OpenVZ или вот все перечисленные. И еще штуки, которые обеспечивают виртуализацию ресурсов на самом высшем уровне, так называемые гипервизоры. Вот. Что мы знаем про гипервизоры? Есть этот самый
Zen замечательный, есть vSphere у VMware. Нет. И есть кто-то еще третий. А, у Винды же есть их не этот самый. Гипер-В, да. Вот. Значит, гипервизор – это обратная ситуация. У вас виртуализируется не… они не пытаются эмулировать реальное железо, а скорее предоставляют такое виртуальное железо, на которое удобно спортировать операционную систему без падения производительности. Вот. Значит, при этом вам нужно собрать специальное ядро, да, чтобы на нем работала ваша операционная система. Но во всем остальном оно будет как-то вот так. Вы неправильную статью в Википедии читали. Это чувствуется. Значит, паравиртуализация – это когда к виртуализации примешивается изоляция. Да? Типичный пример пара… Виртуализация – это когда вы изменяете код операционной системы, чтобы это заработало на виртуальной машине. Есть два мнения на этот счет. Мое неправильное. Вот. Нет, возможно, это мое неправильное, да? Но пока что я считаю так. Посмотрим. Виртуализация – это просто создание виртуальных девайсов. Вот и все. Да. Когда все остальное… Поддержка, которая позволяет, там, тот же ММУ, тот же ВТД, который позволяет исполнять код. Знаете что, я предлагаю сменить тему, потому что на самом деле это не сегодняшняя тема. Инструкции процессора. Да. Вопрос в том, да, вопрос в том, мы эмулируем инструкции процессора, выполняем их сами. Вот и в этом смысл пара виртуализации. Да, речь идет, когда говорится про Zen там, и V-сервер и все остальное, речь идет не об этом, а о том, что мы сами ресурсы раздаем вот, на самом высоком уровне виртуально. Ну, неважно. Давайте мы от этого дела отвлечемся, потому что в реальности ни один из вот этих смежных инструментов не может вам дать более или менее осмысленное понятие о том, как работает дистрибутив в целом. Потому что для того, чтобы оценить работу дистрибутива на компьютере, необходимо так или иначе сымитировать весь компьютер от начала до конца. Вот. С этой задачей более или менее справляются как раз виртуальные машины, но их недостатки я уже перечислил. Падение быстродействия в силу, в принципе, того, что какую-то часть аппаратуры надо имитировать. Особенное падение быстродействия в графике. Потому что мы с вами помним, что нынешние графические процессоры, они чуть ли не круче процессоров общего назначения. Да? Там такие карточки, такие, вот, соответствующие драйверы к ним. Всего этого не будет. Вот. И, возможно, какие-то мелкие глюки, связанные там, с особенностями той или иной виртуальной машины. Да? Там, под тем же V-сервером не все так хорошо, как кажется, допустим. Вот. Результат. Вы что-то ставите в виртуальную машину, и выясняете, что этот Linux очень медленный. Вот. В особенности он очень медленно и некрасиво рисует все, что он должен рисовать. Я имею в виду графическую часть, помним, да, там, вот, графическую подсистему. При этом тенденция современная такова, что эту самую графическую часть довольно тяжело взять и выключить, и начать работать исключительно, там, условно говоря, с командной строкой или даже с графической подсистемой, лишенной поддержки трехмерки. Вот про GNOME 3 известно, что там пару месяцев назад, наконец, они там начали откручивать обязательно трехмерный рендеринг. Вот открутили. Да. Что? Сначала надо поставить дистрибутив. Ага. То есть, понимаете, да? То есть, это еще одно препятствие. Особенность тех виртуальных ресурсов, которые предоставляет виртуальная машина, такова, что для того, чтобы сделать более или менее разумным ее использование именно в виртуалке, вам придется сначала освоить этот самый Linux. Да? А для того, чтобы его освоить, вам сначала нужно на него посмотреть. И получается некий замкнутый круг, дурная бесконечность. Есть другой вариант. Есть вариант так называемой лифт-системы. Раньше в основном это был lifcd, теперь помимо lifcd даже
LiveCD теперь не главное, CD-ки вообще отмирают, как я понимаю. Вот там CD, DVD, ну и главное флеш. На сегодняшний день наиболее предпочтительным для тестирования именно Live вариантов является Live Flash. Ситуация, когда вы загружаете с флешки же и работаете. Вот. Там особые несложные, путем несложных грязных хаков большинство современных дистрибутивов выкатывают такой композитный лифт-образ, который можно закатать на сидюк или там на DVD-ку, это будет лифт-DVD, а можно положить на флешку, это будет лифт-флеш. То есть там, условно говоря, и ISO-шный заголовок, и MBR в одном флаконе, да. Почему лайф флеш просто Что? Почему просто лайф флеш просто Сейчас расскажу. Сначала немножко о том, что мы имеем при использовании лифт-систем. Значит, опять-таки, мы имеем более-менее гарантию того, что у нас ничего не испортится. Ну, если только мы сами что-то не испортим. Да, вот мы загрузились с флешки и начали форматировать диск. Ну, наверное, мы этого хотели. А если мы это сделали случайно, ну, то, наверное, нам не надо было к компьютеру подходить. Вот. Значит, относительно быстрое быстродействие, прошу прощения за тавтологию, то есть вполне разумное быстродействие, за исключением того, что дисковые обмены с того носителя, с которого вы загрузились, будут довольно медленные. Да? Вы будете очень медленно работать с каким-нибудь сидюком или дивидюком чуть побыстрее, и все равно медленно работать с флешкой. Да? Ну, все-таки скорость обмена данными с обычного флеш-носителя там, ну, в несколько раз на пару порядков ниже, чем скорость обмена данных с современным винчестером, жестким диском. Если в вашем компьютере достаточно памяти, ее там достаточно, то, ну, скажем, там 4 гигабайта, или даже 2, то LiveCD, который вы загружаете, может туда поместиться целиком, и в какой-то момент вы обнаружите, что такая система просто летает, потому что обращение к диску не происходит. Почему в лифт-системах обращение к диску происходит мало? Да потому что они, как правило, монтируют все это безобразие на чтение, на read-only, да? Особенно в случае CD и DVD. Вот у вас есть сидюк, вы с него загружаете, там какая-то часть размещается в памяти вашей системы, а какая-то часть просто лежит read-only на диске, да, и вы оттуда используете. Соответственно, если памяти достаточно, все это один раз попадает в кэш файловый. А Unix-системы традиционно всю память используют под файловый кэш, и только в случае, если ее не хватает, начинают оттуда выбрасывать ненужные страницы. Вот. Поэтому, загрузившись там с какого-нибудь флеша, вы в какой-то момент обнаружите, что флеш уже даже и как-то и не используется, все уже в памяти сидит и работает. Вот. Какие недостатки у этой системы? Недостатков, собственно, два. Главный недостаток, понятно, состоит в том, что вы загружаете с LiveCD, видите опять все тот же Linux в том же виде, в котором он был. Ничего настроить невозможно, потому что он CD, туда нельзя записать. Вот. Файлы, которые вы скачали, пропадают. Там, ну, короче, вот все те бонусы, которые можно захотеть от Linux-системы, да, связанные с гибкостью, там, хитростью и всем остальным, все эти бонусы вы не получите при использовании LiveCD. Правда. Прошу заметить, что при использовании LiveFlash такая вещь возможна. Вот. Ну и в частности, вот в наших дистрибутивах в последнее время она активно практикуется. В чем хитрость? Вы берете какой-нибудь тот же сидюк или DVD-ук, закатываете на флешку. Как правило, он туда помещается как бы не впритык. Да? DVD-ук нынешний на 4 гигабайта не лезет. Соответственно, там будет какой-то, на вашей 8-гиговой флешке будет какой-то кусок основательный, пустой. Вот. А сидюк, он вообще какой-то 700-метровый, там на 2-гиговую флешку ее закатать, так там будет больше гигабайт свободного места. Вот. Так вот, в дистрибутивах Linux, скажем, делается так. Когда вы первый раз загружаетесь с подобной флешкой, там специальный робот смотрит и говорит: «О, у вас есть пустое место на этом самом флеш-носителе, давайте-ка я его вам на редрайт сформатирую и поверх наложу на ваш домашний каталог и вообще на все те места, где полагается там конфиги хранить, там пакеты устанавливать и так далее». Что получается? У вас получается неизменяемый образ, который есть, и еще целая как бы файловая система, которая содержит результаты изменений, которые вы проделали.
Вот. То есть, таким образом, у вас получается такой более или менее полноценный Linux дистрибутив, состоящий из двух частей. Redonly части и Redry части, которые поверх наложены. Что в этом плохого? Первое. Все-таки флешка, именно флешка, да, не USB-драйв, а именно флешка. Это штука, которая через некоторое время просто выгорит. Да? Там количество операций перезаписи не такое уж большое. Есть легенды про ситуацию, когда если забыть флешку в Windows, он ее в какой-то момент начинает использовать как своп, вот, и она сгорает очень быстро, почти сразу. Ну, он туда своп-файл откатывает, там есть флешка большая, места на диске нету, а там есть. Вот. Ну, по крайней мере, есть такая легенда. Да? То же самое относится вообще к любым read-write операциям с флешкой, особенно если вы это делаете все время. Да? Вот. Не дай бог, не дай бог в структуре файловой системы, которая вынуждена разместилась на read-write разделе во флешке, будут такие места, такие файлы, где постоянно происходит обновление, и вы свою флешку запоганите довольно быстро. Это первое. Второе. Запись на флешку, она вообще работает немножко не так, как запись на обычный диск. И в результате она реально будет медленнее, если вы не копируете большие файлы, а именно вот беспорядочно ее терзаете. Вот. Это будет реально медленно. Третье. Работа лив-дистрибутивов, она специфична для того, чтобы загружаться и работать из коробки на как можно большем широком диапазоне железа. И содержит всевозможные грязные хаки на предмет того, чтобы это произошло. Там какие-то мозги, которые что-то определяют, сами настраивают сеть, сами там определяют какие-то, значит, аппаратные составляющие и так далее. Все это может вам вставить палки в колеса, когда вы будете знакомиться с дистрибутивом, ну, что называется, непосредственно, да? Вот вы будете принимать эти грязные хаки за должные, вот, а оно на самом деле не должно. Вот, наконец, я ответил на ваш вопрос, Елена. Вы спрашивали, почему не ставить прямо туда вот Linux. Это не очень хорошо. На флешку не надо ставить. Но USB-драйв можно ставить, я потом сейчас расскажу. А еще лучше на второй винчестер. Ну, понимаете, у меня примерно месяц Вам повезло? Там же, ну, вам повезло. Могла и выгореть. Я, по крайней мере, это видел. Вот у меня уже есть несколько сдохших флешек, именно по причине их активной очень использования. Очень много зависит от того, как сделана флешка, вот как она железная. Да, и это тоже. И это тоже. И не надо забывать про интерфейс USB, который, в общем, не способствует скорости передачи. Это да. Почему надо использовать какую-нибудь ямку или какую-нибудь, чтобы будет заразное обращение флешки? Так, значит, продвигаемся дальше. Если у вас есть возможность подцепить какой-нибудь внешний или просто дополнительный винчестер, то никто не мешает вам устроить так. Дополнительный диск. Напишу так. Дополнительный диск. Никто вам не мешает либо вообще настроить где-то там в BIOS'е, так, чтобы вы могли выбирать, с чего загружаться, с одного диска или с другого. Да? И в этом случае вы опять ничем не страдаете, в смысле, ничем не рискуете. Смотрите, у вас есть какая-то возможность, ну, скажем, через BIOS, или в современных BIOS'ах очень часто бывает кнопочка, там, типа, нажмите F12, чтобы выбрать, с какого устройства грузиться. Вы нажимаете эту замечательную F12 и выбираете, хочу загрузиться вот с такого-то жесткого диска, и там у вас ваша старая операционная система. Потом вы говорите, хочу загрузиться с другого жесткого диска, и там у вас ваша новая операционная система, и вы отлично используете одну, то другую. В этом случае, вообще говоря, ничего уже, совсем ничего, никаких отрицательных сторон нету, кроме одной. Вы все-таки вот выберете, чем вы будете пользоваться, тем или этим. Если вы будете пользоваться этим, то с него и загружаетесь постоянно. Вот. Но, в принципе, это достаточно хороший вариант. Раньше были проблемы при использовании USB-драйвов, потому что, почему, расскажу об этом чуть позже, вот, в силу их произвольности их нумерования, но сейчас эти проблемы решены в Linux, по крайней мере. Вот. И вот этот вариант, он вполне себе подходит. Вот. Как раз именно потому, что содержимое того, что было, не меняется совсем. Вот. Да, вот по как бы нарастанию качества.
Современные диски еще год назад были достаточно дешевые, сейчас они уже не очень дешевые. Вот. Но скоро будут опять дешевые, я надеюсь. Когда они там всплывут, эти ребята, которые утонули. Вот. Ну вот, в общем, вот. Почему это? Но это, к сожалению, не всегда возможно. Да, вы можете купить внешний USB-драйв и пытаться работать с ним, но все-таки скорость работы с USB-драйвом обычно оставляет желать лучшего, хотя, конечно, в случае флешки с флешкой не сравнить. USB-драйв все-таки быстрее. Вот. Вы можете купить какой-нибудь FireWire, если у вас интерфейс соответствующий поддерживается. Да? Вы можете, наконец, просто купить новый винчестер, если это большой компьютер, а не ноутбук с одним винчестером, и туда что-то Однако... Экспресс-карта с SD. Да, или экспресс-карта с соответствующим девайсом, там, допустим, SD. Хотя SD тоже, как правило, медленнее. Нет, SD быстрее. Быстрее? Запись там медленнее. Ну да, только они умирают тоже быстро. Запись она медленнее. Вот. Теперь давайте все-таки перейдем к основной теме, потому что все это, конечно, хорошо, но, предположим, у вас такой возможности нету, или вы все это дело поизучали и хотите сделать вашу систему основной. Вот. Тогда вам придется произвести ту самую операцию переразметки жесткого диска на предмет того, чтобы туда был установлен Linux. Я начну сразу с сложной ситуации, когда загрузка двухсистемная, для того, чтобы пояснить, какие грабли вас в этом случае ожидают. Грабли первые. Для того, чтобы осуществить переразметку диска, надо понимать, что такое разметка диска. Вот, казалось бы. Я пока не смотрю на эти бумажки, потом я на них посмотрю, приду в ужас, а пока не буду. Итак, первое, разметка. Диска. Надеюсь, не нужно вам рассказывать, что та форма, в которой представляется содержимое жестких дисков в разных операционных системах, это всего лишь логическое представление, сообразное идеям, заложенным в эти операционные системы. Ну, скажем, наличие каких-то дисков там A, B, C, D и так далее в Windows, это, в общем, личное дело Windows, как она их там называет. Вот. Ровно как личное дело Linux, как он называет все это дело. В действительности, последнее время, до недавних пор, все обстояло достаточно однозначно. У вас есть жесткий диск, у которого, ну, условно говоря, его можно представить в виде последовательности блоков, там, от первого до последнего. Да? Вот. Самый первый блок сектора этого диска называется Master Boot Record. Вот. Ровно один сектор, 512 байтов. Ну, обычно. Сейчас уже может быть больше. Этот Master Boot Record делится на две части. Первая часть – это программная область. Загрузчик. Назову его Boot 0. Вторая часть – раз, два, три, четыре. И это Hard Disk Partition Table. Таблица разделов. Вот. То, что я сейчас описываю, это такой легаси, который существует в практически неизменном, только постоянно ухудшаемом виде последние лет 30. Вот. С тех пор оно стало только хуже. Вот. Но то, что идет ему на замену, тоже не сахар. Да. В этом самом HDPT, Hard Disk Partition Table, всего 4 записи. Эти 4 записи называются Primary Partition. В них каждая такая запись имеет следующий, примерно такой формат. Там написано, какого типа раздел. На какого типа раздел эта запись указывает. Указано начало и конец раздела, либо же начало и смещение и длина. Причем эти данные приводятся в двух форматах, каждый из которых одинаково неуклюж. Первый формат – это в CHS, да, цилиндр, головка, сектор. То есть предполагается, что жесткий диск состоит из нескольких рабочих поверхностей, над каждой из которых находится считывающая головка, вот.
который может делать вот так, а диск делает вот так. Соответственно, блок головок образует цилиндр, который одновременно считывает несколько дорожек, да, ну, а каждая дорожка разделена на сектора. Это все как бы рассказывают во всяких курсах по тому, как устроен компьютер. Вот. А вторая нотация – это LBA, то есть Logical Block Access, когда вот, собственно, блоки нумеруются с первого по там, последний. Вот. Проблема состоит в том, что ни то, ни другое, как правило, однозначно, вернее так, адекватно не описывает реальной геометрии диска, поэтому, значит, в этом достаточно легко запутаться. Ну, в общем, легко не будем в этом путаться, будем считать, что у нас используется адресация LBA от первого до последнего блока. Вот. Итак, тип раздела, на который ссылается соответствующая запись, и его начало и конец. Ну, или смещение и длина. Ну, скажем, вот так. Да, сейчас расскажу. Значит, это уже не обязательно. Его может не быть. Некоторые биосы при виде партиции без загрузочного флага говорят, у вас нет жесткого диска, с которого можно загрузиться. Он не будет грузиться. Нет, это сигнатура. Не, это именно загрузочный флаг. Вот, значит, сигнатуру тоже. Ну и загрузочный флаг тоже, я и другое видел. Значит, таких записей, как я уже говорил, 4. И это вносит определенные неудобства в случае, если у вас вы хотите иметь разделов на диске больше, чем 4. Да? Вот если у вас их ровно 4, то отлично можно сделать. Взять, там их поделить, вот, да? И все будет. Вот. Для того, чтобы ввести в эту... Значит, когда это все придумали, видимо, считали, что 4 раздела на диске – это безумно много, да? Их никогда не будет, 4. Максимум 1. Ну, может быть, 2. Вот. Короче говоря, для того, чтобы эту ситуацию разрядить, придумали технологию таких матрешек. Они же называются Extended Partition – вложенные раздел. Идея в следующем. Какое-то количество у вас разделов в праймере ссылаются, вне записи в праймере, ссылаются прямо на разделы, в которых есть файловая система, а какой-то, ну, скажем, третий по счету, ссылается на весь остаток диска, да, это вот второй, а какой-то ссылается на весь остаток диска со словами, а это extended partition. Что? Да, просто еще один тип. Вот здесь у нас, допустим, Linux какой-нибудь. Здесь какой-нибудь Linux swap. А здесь вот extended. Еще один тип раздела. В этом разделе в начале опять идет первый сектор, у которого MBR пустой. А вот как из партишн table опять заполнен четырьмя записями. Вот. Дальше начинается уже совсем это самое такое. Эти четыре записи использовать нельзя. По крайней мере, если вы будете это делать, то у некоторых операционных систем случится припадок. По этой причине можно использовать только две записи. Ту, которая будет ссылаться на настоящую файловую систему, и, возможно, ту, которая будет ссылаться на следующий экстендед раздел, который представляет собой конец диска. Ну, не конец, на самом деле. Ну, не конец, да. Внутри которого есть опять Harris Partition Table, в начале которого есть опять 4 раздела, из которых опять можно использовать что-то другое. При этом вот эти экстендеры, обратите внимание, они будут вложены. Вот этот экстендер вот такой, а вот этот вот такой. Такая матрешка получится. Если вы еще не запутались, давайте попробуем придумать, как это будет называться, ну скажем, в Windows буквы. Какого? Нет, потому что вот этот маппинг как угодно, он сохранен. Он может светить, и он будет называться опять как старый. Нет, если у нас по финте, они 95-й вендет, там есть еще складная нумерация и... Правильно. И буква, соответственно, и происходит на нумерация. Да, есть правильная нумерация. Где я это сказал? Если избавляете от того, что там начинается логовик на опасности, потому что первичные разделы идут первые, а потом идут статистические. Ну, это что автоматически идет. Да, да, да. Реально, да, можно больше. Да, а теперь начнется.
Сейчас придет. Не лучше ситуация, где я начну чуть шаблочка. Но с преподавателем. Вот как. Первые четыре раздела. Ну, берутся порядок. Даже если они пустые, если там не содержатся сплошные жиры, которые никогда не смогут. Они будут называться там ими диском, скажем, раздела. Ноль. Один. Два. И четыре. Да, четвертый вид. Да. А четвертый вид. Один, два, три, четыре. А вот дальше эта сквозная нумерация теряется. И, да, в том числе, если у вас есть расширенный раздел, ссылка расширенный раздел, вот она будет называться сдатки. Ну, в данном случае, потому что она вот здесь написана. Дальше основная нумерация теряется. Все ссылки, которые дополнительные, то есть не расширенные правильные разделы, а вот те, которые идут, называются так. Вот это будет у нас SDA5. Тот, который расширенный, никак не доступен. Вот это у нас будет SDA6. А тот, который расширенный, опять никак не доступен. Чтобы не ворочать пользователю голову этой самой матрешкой, которую то ли можно записывать, то ли нельзя записывать, люди пишут такое вот забавное решение, что первичный раздел номер располагает, а остальные номер сквозняков, причем плохо ссылки на реальные экранные системы. Больше ничего. Вот. Это надо себя хорошо понимать, когда вы занимаетесь разметкой диска и тупо пялитесь вот в эти самые SDA 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 5, 7, 5, 6, 7. 5 разделов. SDA1, SDA2, SDA5, SDA6, SDA7. Что это значит? Это значит, что у вас раз, два раздела здесь заняты фазовыми системами. Здесь идет расширенный SDA3, который вам не показывается, потому что вам не открылся. Вот. А дальше SDA4 пустой, 5, 6 и еще 1, 7. Там и 3 матрешки вложены. Вот такая фигня. Откуда ссылки нужны? Из каждого ДТП, который живет на начале каждого расширенного раздела. Да, нет, он большой, у него есть первый блок, он точно так же, как здесь, ссылается внутрь и внутрь. Значит, X — это все, что осталось, да, хвост там. Это внешняя матрешка. У него внутри есть, вот, как если бы она была диском, свой собственный, там есть короче, дымил со своим делением, потом снова. И так вот они друг к другу вложат. Вот такая картинка. А почему в расширенном разделе нельзя все четыре разделы? Потому что в Windows он едет уже. А зачем вы же это сделали? Пойдем. Не, ну на самом деле просто жест придумывать, это был еще какой-то дремучий DOS. Да, дремучий. У DOS, кстати, тоже что ли? Нет, у DOS ехал, но нет. В общем, непонятно. Это лезет, знаете, как придумали, как придумали, так и делается. Я уж молчу о том, какие там цифры указаны. А вот таких может быть сколько угодно? Да. Вот это такие будут, ну, скажем так, сколько вам разрешает ваша операционная система? То есть один сколько разрешает? А что ты, хочу ты, 10.6 разрешает? А уменьшить. А, может, 10.4. 15. Вот так. Что, да? А-а-а. Что сказать? Да, что сказать? Там сказать, это лук будет хорошо. Правда, сейчас появилась за счет 255 устройства. А 16 получается с учетом того, что здесь партийство, если ты там будешь. Пусть все не не-не-не. Он же смотрит. Ограничение не бывает. Ограничение. Обратите внимание, чем чревато вот это вот удивительно логичная и прозрачная схема. Первое. Если вы создадите 4 правильных раздела, вы уже не сможете создать расширенный и сколько угодно расширенных номер. Потому что у вас все 4 записи заняты, вам нужно записать эти записи на расширенных. Теоретически, там есть свободное место, если руками править, то можно. Добавить центр раздел, который будет уже первый, второй раздел. Нет. Если здесь еще не задать, да. Вы никогда не можете. Это
Да, правильно. Вместо одной записи вставляют стендер. А потом вот этот стендер, который ссылается, сам на себя, и сам себя начинается. И некоторые операционные системы даже не видят. Я так делаю. Я помню. Вот. Значит, второе. Windows умеет грузиться только с драйвером, который я задел. А как? Но зато вы умеете грузиться на такую угодно, но вы будете от этого установить штатные средства. Хорошо. Возможно. Не проверяю. Вот. Думаю, что нет. Там может он очень любит заводить кого-то грузиться в конце. Не-не-не. Нет? Ну, хорошо. Это была привычка от вас до минути. Все как во время минути. В Минти была проблема с приложением Минти, а так прям проще. Ну окей, в общем. Значит, в любом случае, традиция, как бы, традиция переписывает и Windows устанавливает в смысле, в один из параметров для целого, значит, будет вам Минти Пол, или вам не Windows. Обычно он парень там хочет. Вот, да, обычно хочет. Что еще? Надо всегда понимать, что Linux нужно минимум два раздела, чаще больше. Ну, вернее так, два раздела Linux нужно для того, чтобы развернуть там хотя бы одну файловую систему и область для подгрузки, область свопинга. В отличие от Windows, по крайней мере, вот я не знаю, как там в семерке, Linux не использует файловую систему для хранения подгрузки, чтобы не заморачиваться вообще привязкой, жесткой привязкой каких-то неожиданных мест на диске, принадлежащих файлу, аппаратным возможностям подгрузки и отгрузки страниц. Вот Windows это как-то делает. То есть он там этот файл как-то размещает, помечает его как неперемещаемый и начинает, значит, вот возюкаться. Вот. В Linux с этим заморочек никаких нету. Отдельный раздел, там своп, всем хорошо. Можно сделать своп в файле, но это будет медленно и неуютно. Собственно, как в Windows получится. Вот. Помимо того, что это нам гарантирует, жестко гарантирует наличие конкретного размера области подкачки, и, так сказать, оно внезапно, память не кончится, да, это еще и как бы такой мостик к тому, чтобы это быстрее работало. Наконец, последнее. Если вдруг у вас вот тут вот что-нибудь испортится, вот это вы так просто не найдете. Да? То есть, поскольку это матрешка, все данные лежат не в одном месте, а разбросаны по диску цепочкой, любое повреждение, например, вы взяли в BIOS и поменяли геометрию диска, и у вас... Извращенцы. Вот. И у вас вот эта ссылка стала вести куда-то, где нету никакого MBR. Ну, в смысле, HDPT. Вот. И все, начинается жуткое, жуткое и ужасное приключение. Я надеюсь, что это скоро все умрет, вот. Но на сегодняшний день пока это так. Я вот буквально полгода назад встречался ровно с такой ситуацией. Это была очень смешная ситуация. На машине грузился либо Linux, либо Windows, в зависимости от того, какой вы выставляли в BIOS, CHS или LBA. Вот. Очень весело. Потому что там менялась геометрия диска, и вот... Это ужасно. Вот. Значит, вот вооруженные этим знанием, вы можете теперь глядеть более или менее спокойным взором на инсталлятор, который будет говорить, дайте, пожалуйста, мне винчестер, на котором будет, внимание, неразмеченное пространство. Неразмеченное пространство означает, что вот эта цепочка матрешек вложенных заканчивается каким-то extended разделом, в котором вообще никаких разделов дополнительных нету, там ничего, туда можно еще доразбить этот диск. Естественно, наличие свободного пространства на диске C не позволяет установить на этот диск Linux. Да? Вам нужен именно один, а лучше два, ну то есть место на диске, где можно завести раздел. Это, кстати, еще одна грабля, который подстерегает людей, которым необходимо таки поставить Linux на машину, а там один большой диск C, и там везде Windows. Потому что для этого нужно этот самый диск C сжать. Это, в общем, более или менее понятно, как производимая операция. Просто вы сначала запускаете Windows, на нем производите то, что называется сборку мусора, уплотняете диск.
Вот. А потом запускаете инсталлятор, он говорит, слушайте, у вас тут NTFS раздел, давайте я его ужму немножко и туда поставлю. Не убивайте раздел. Что? Не убивайте раздел свинты. Нет, не надо убивать раздел свинты. Нет, он убивает. Нет, не убивай. Ну, слушайте, может, вас не убивалось? Ну, последние 40 раз не убивалось, да? Вот я 3 класса ставил, пока ничего, проблем не было. Но, да, раздел с виндой, естественно, не убивается. Что происходит? Что может произойти? И файл с тем не убивается. Что может произойти? Особенно это был любимый трюк у Windows XP. Тут надо немножко глубже забраться в то, как, собственно, происходит загрузка. Вот. Когда мы в это заберемся, я потом расскажу, что происходит с Windows, собственно, почему после такого ужатия Windows может и не загрузиться. По крайней мере, вот XP действительно так умел. Давайте посмотрим теперь, как происходит загрузка, такая классическая последовательная загрузка операционной системы, которая ну, на сегодняшний день пока еще, она все еще как бы популярна, потому что ей на смену идет адский ад. Вот. В случае, если диск разбит под ГПТ. Что? В случае, если диск разбит под ГПТ. Да-да-да, в случае, если есть EFI. Не, ну EFI, ГПТ, да, наше все. Вот я про это и говорю. На будущее. Вот я это и говорю. Что пока что это, слава богу, еще не запланило все, да, но это нас ожидает. Я про это еще расскажу. EFI уже на всех новых картах. Да ладно. Да. Вот. На всех, которые вы покупали? Да нет, не на всех. Вот. Давайте я сначала расскажу, а потом мы вернемся к EFI тоже. Если кто-то знает про EFI больше меня, я с удовольствием его послушаю, потому что я знаю про него мало. Я его ни разу не видел. Вот. Из чего я делаю вывод, что не на всех. Вот. Значит, я только на маках видел. Так вот, как происходит последовательность загрузки классическая? Она достаточно жестко специфицирована, потому что у вас... как у, условно говоря, создателя компьютера, не так уж много есть опций. Вот представьте, у вас есть прекрасный BIOS, который, в общем, такая маленькая программка, ну, относительная, которая не очень-то что умеет. Что умеет BIOS? BIOS умеет тестировать, есть ли у компьютера какие-то устройства. Загрузчик в BIOS... Что он умеет? Он умеет посмотреть, какие есть устройства, и предложить вам иногда сказать, ну, с чего вы хотите грузиться, да, там, с винчестера, с сидюка, из сети, ну, откуда. Ждать от биоса в том виде, в котором он, именно биос, существует, что он будет разбираться, как именно загружать операционную систему с диска, не приходится. Максимум, что может сделать BIOS, это предложить вам с чего загрузиться и загрузить оттуда, ну, условно говоря, один сектор. У любого диска есть первый сектор. Если у диска нету первого сектора, это плохой диск. Вот. Соответственно, что происходит? В случае IBM PC, да, вот PC совместимых компьютеров, загружается вот эта самая программная часть. Да? Первичный загрузчик. На самом деле все немножко сложнее, потому что BIOS инициализирует все доступные устройства, ищет на них загрузчики. Ну, то есть суть не обязан. Имеется в виду, как оно обычно работает. В случае там PCI просто какой-нибудь бутрон, в случае флеш, это опять же там первый. Да. Если флеш, то да. А если этот самый диск, то он может сказать, у меня есть тут винчестер, давай мы с него попробуем загрузиться. Про сигнатуру сейчас расскажу, потому что есть такая забавная вещь. Да. Давайте пока сюда вернемся. Что такое первичный загрузчик? Первичный загрузчик – это у вас очень маленькая программа, потому что вот в случае классического этого самого IBM PC она занимает меньше, чем 512 байтов. Байтов. Но там 400, там сколько-то, 446 байтов. Но у нее есть одно забавное свойство. Она загружена с того самого диска, с которого вы собираетесь загружаться и дальше. Это значит, что уж по крайней мере в нее можно хоть там гвоздями прибить процедуру загрузки не одного сектора, а скольки там вот, ну, N секторов с этого самого диска. Она может не разбираться в файловых системах, она так, как правило, и делает, не разбирается, да? Но она хотя бы знает, как работать с этим жестким диском. Поэтому она, первичный загрузчик, он, загружает вторичный загрузчик.
Идея вторичного загрузчика состоит в том, что он, в отличие от первичного, занимает не один сектор без малого, да? А, ну, условно говоря, сколько хотите секторов. На самом деле, не сколько хотите, но, по крайней мере, какая-то гибкость появляется в этом управлении. Да? Значит, BIOS, он знает о существовании устройства и загружает оттуда один маленький загрузчик, первичный. Первичный загрузчик знает о том, как загружать вторичный со всего диска, вот, потому что он с ним уже умеет управляться, он на нем находится, его туда записали. Ну, а, наконец, вторичный загрузчик уже запускает, условно говоря, загружает ядро операционной системы, ну, ядро. Там модули. Ну и дальше стартует уже операционная система. Не, ну он просто, опять же, загружает некие имиджи и передает управление туда. И нет. Вот, вы не правы. Значит, вот по этой классической схеме загрузчик, если мне не изменяет память, устроен только в FreeBSD. Да. Обратите внимание... Ну, там дальше уже операционная система. Обратите внимание, что при соблюдении этой схемы у нас возникает одна очень забавная степень свободы. Когда мы загружаем очередной более высокоуровневый загрузчик, в каждом из них можно вставить выбор, что загружать дальше. Ну, вот такой классический, собственно, boot 0, как я тут нарисовал, FreeBSD-шный загрузчик, он такой... Он умещается в 400 байтов и умеет, 446, да, и умеет говорить, слушайте, вот у вас есть 3-4 primary партиции, с какой из них вы хотите загрузиться. Вот. Больше он ничего не умеет, в 400 байтов это не воткнешь. Вот. Он в этом смысле очень простой. Да, и на другой диск, совершенно справедливо. Может, могут говорить, а вот еще есть другой диск, не хотите ли загрузиться оттуда. Вторичный загрузчик, опять-таки, это программа, которую, в принципе, можно обучить, сказать, программа, ну, ты умеешь грузить ядра операционной системы, вот у тебя такое ядро, сякое ядро, розетка и ядро, одно с такими модулями, другие с сякими модулями. Вторичный загрузчик во FreeBSD вообще написан на форте, там интерпретатор языка Fort. Он умеет грузить ядра, там, линковать модули к этим ядрам, еще чего-то делать, передавать параметры и так далее. Вот. Ну и дальше мы грузим ядро, начинаем работать. Какой в этой вот классической схеме есть недостаток? Недостаток – это вторичный загрузчик. Фактически, это операционная система. Смотрите, она умеет работать в идеале, да, с файловыми системами разными, откуда она загружает эти ядра. Она умеет компоновать модули к ядру. Да? То есть это такая вот развесистая программа. Вот. FreeBSD-шники не сами ее придумали, они это скопировали с спарков, таких вот еще прошлого тысячелетия, где все вот это лежало в BIOS. Им денег было некуда девать, они все это в BIOS зашивали, очень удобно, кстати. Никогда не сдохнет. Вот, пока BIOS не сдохнет. BIOS был большой. Вот. Повторяю, соблюдение вот этой последовательности нам дает одну дополнительную степень свободы, что независимость этих уровней снизу вверх, да, загрузив первичный загрузчик, мы можем еще думать, какой загрузить вторичный и так далее. Что сделано в других операционных системах? Как правило, таких спортсменов, которые в 400 байтов какой-то мозг пытаются заткнуть в первичный загрузчик, в сообществе не бывает, а если бывает, то, в общем, они достигают немногого. Вот. Поэтому традиционная последовательность загрузки, скажем, LILO, устроена так. На первое место выходит специальное понятие, которое называется карта размещений. Allocation map, да? Allocation map, как-то так. Что это такое? Вы загружаете, внимание, целиком всю операционную систему. И говорите, вот у меня тут ядро, пожалуйста, дорогой мой загрузчик, первичный, у тебя, значит, на диске вот по такому-то и по такому-то сектору непосредственно лежит вторичный загрузчик, загрузи его и больше ничего не делай. То есть первичный загрузчик упрощается ровно как до программы, которая вот где-то тут написано, какие сектора загружать, и туда это все загружается в память, туда передается управление.
вот сам факт того, что вот сюда вшит прямо список секторов, которые нужно загрузить в память, и это получится программа, это и есть карта размещения. Понятно, да? Если эти сектора как-то испортятся, грузиться все перестанет. Понятно, видите? Абсолютно так же в загрузчике, который называется LILO, Linux Loader, я не знаю, он еще используется где-нибудь, абсолютно так же работает вторичный загрузчик. А именно, в специальном конфигурационном файле, в системе, вы говорите, дорогой вторичный загрузчик, у тебя есть вот такие-то ядра, эти ядра лежат вот по таким-то секторам. Запиши, пожалуйста, вернее, не запиши, а специальная утилита записывает все это в виде такого списка этих самых секторов. Вторичный загрузчик загружает, говорит, о, это же ядро, ядро загружается и работает. Тупо до безобразия, и по этой причине абсолютно непробиваем. Да? То есть вот если у вас это работает, оно работает, и вот что-то ты пляши на нем. Вот, никакого мозга. Что мы при этом теряем? Внимание. Ни первичный, ни вторичный загрузчик не выполняют тех функций, это первый как бы недостаток, который мы на них только что возложили, ничего не предлагает выбирать. Нет, вторичный предлагает, да, вот те ядра, которые мы прописали заранее, он говорит, вот у тебя там три ядра, пожалуйста, выбери и загружайся. Вот, первичный загрузчик уже не предлагает. Соответственно, если что-то случится со вторичным, мы здесь вот ничего поправить не сможем, нам нужно будет перегенерировать все с самого начала. Второе и главное, что мы теряем в этой схеме, это наличие обратной зависимости. Для того, чтобы вообще все это отконфигурировать, надо полностью загрузить операционную систему. Понимаете, да? Вот мы загружаем операционную систему, вот тогда-то она говорит, слушайте, вот же ядра, вот их адреса, сейчас я их впишу в голову вторичному загрузчику, а то место, где лежит вторичный загрузчик, впишу в голову первичному. То бишь, перегенерю карту размещения. Чем это может нам грозить? Такой типичная ошибка линуксоида 15-летней давности. Человек установил новое ядро, перезагрузился, а ядро старое. Он удалил старое ядро, перезагрузился, а ядро старое. Он его удалил, а оно старое есть. Что он не сделал? Он не перегенерил карту размещения. У него до сих пор грузится какое-то место на диске, между прочим, свободное. Потому что он оттуда файл удалил. Потому что в карте размещения оно прописано. Он начал что-то делать, скопировал новое ядро, тут все перестало работать. Почему? А потому что в это место попали какие-то куски какого-то файла в каком-то порядке, да? И они продолжают грузиться. Значит, обратная зависимость плоха тем, что для того, чтобы произвести переконфигурацию последовательности загрузки, нам надо загружать всю операционную систему целиком. Несколько лучшим образом дело обстоит с другим вариантом загрузчика Linux, который сейчас используется чаще. Он называется Group. Большими буквами. А? Grand Unified Bootloader. Да, Group 2. Grand Unified Bootloader 2. Great American Compiler 2. Зачем вы так назвали? Изначально идея авторов вот этого загрузчика была написать вторую операционную систему, которая бы умела грузить любые ядра. Любые. Компоновать их. Ну, короче говоря, они в этом не преуспели, и бог бы с ним. Коренное отличие, грубо, от LILO состоит в том, что вторичный загрузчик не использует карт размещения. Он действительно понимает некоторые виды файловых систем. Для этого у него есть специальные драйверы. Он может использовать карты. Может использовать, да? Я не умею это делать. Но опять же, специальный модуль. Да. Вот. И это нам обеспечивает достаточно высокую степень свободы вот здесь. Мы в случае грубо мы можем выбрать то ядро, которое хотим загрузить, с той файловой системы, которую мы ему укажем. Какой недостаток этого всего? Грубо это такая операционная система, у него есть свои драйверы. Они хранятся в межящичном пространстве, неизвестно где. Где-то там в восьмом, девятом секторе диска, вот, в каком-то таком непонятном месте. Да, можно и куда поставить. Ну, в общем, они вот где-то хранятся. Он про них должен, ну, вот он должен про это знать, где они там. Вот. У грубо есть мозг. Он не всегда работает. А иногда работает грубо. Вот.
Во всем остальном, в общем, да, не надо пытаться пользоваться его функциями загрузки ядра, вот все остальное. Это как бы все в прошлом. Если есть какие-то люди, разработчики группы, которые все еще думают, что они грузят ядра, вот, это надо игнорировать. Почему? Потому что, вообще говоря, не надо умножать сущность сверх необходимости. Давайте попробуем по-быстрому придумать, с помощью каких инструментов лучше всего загружать модули, компоновать их с ядром, передавать этим модулям параметры, там, девайсы создавать. Этот инструмент называется Linux. Вообще говоря, Linux лучше всего грузит свои собственные модули, да, вот как операционная система. Зачем же нам передавать эти функции вторичному загрузчику, когда мы можем загрузить какой-нибудь простецкий Linux, маленький? Пускай он все нужные модули грузит. Нет, так группа этим не занимается, он просто загружает... Не просто. Он потому и Grand Unified, что он якобы умеет грузить ядра, только никто этим не пользуется. А, вот некоторые пользуются. Вот. Да, Hurd, действительно. Не-не-не, вот раньше он только так и работал. Значит, что придумали эти хитрые ленивые линуксоиды? Я это все не просто так рассказываю, это нужно себе понимать для того, чтобы вот как раз как-то с всей этой процедурой загрузки общаться. Что придумали ленивые линуксоиды? Давайте возвратимся к тупому загрузчику Lilo. Он вообще ничего не умеет совсем. Да? Вот он умеет первичный загрузчик, который называется Li. Он умеет загрузить по карте размещения вторичный загрузчик. Вторичный разгрузчик, который называется Lo, он побольше. Как вы ему прибили какие-то ядра, которые надо загружать, так он вам их предлагает. Вот выберите ядро и загрузите его. Тоже из карты размещения, естественно. Ни о каких там модулях, компоновках речи не идет. Почему я вообще говорю про модули? Представьте себе ситуацию. Когда-нибудь там, не знаю, 30 лет, нет, что, 20 лет назад можно было собрать ядро, одно большое такое ядро, называлось generic, генерическое ядро, в котором были все драйверы всех возможных устройств, ну, естественно, с которых можно загрузиться. Вот. И процедура установки, скажем, какой-нибудь FreeBSD в те поры выглядела так. Загружаешь установщик, заходишь в конфигурацию ядра и начинаешь выключать так тупо. Значит, там 150 устройств, которые у тебя нет в системе, ты их выключаешь, чтобы они вообще не распознавались. А которые есть, или тебе кажется, что есть, ты их оставляешь и думаешь, вот, ну, вроде оно там угадает, какое есть. Понятное дело, что в современной системе все драйверы устройств, вот сколько там мегабайтов? Сейчас уже за 200. Да. Причем очень многие из них настолько похожи друг на друга, что если их попытаться загрузить одновременно, да, то работать не будет ничего. Вот. Или они пользуются одними и тем же интерфейсами уровня подсистемы, да, и, соответственно, их нельзя загрузить два сразу. Это с одной стороны. С другой стороны, для этого же существует понятие модуль. Что такое модуль ядра? Это кусок ядра, который лежит в отдельном файле, его можно подгрузить, скомпоновать с ядром, и он будет вам работать как драйвер, там, не знаю, файловой системы или конкретного чипсета, или конкретного там serial ATA интерфейса, ну, в общем, даст доступ до загрузочного устройства. Возникает небольшая проблема. Итак, у нас есть ядро, которое не видит ни одного диска. Для того, чтобы оно увидело диск, ему нужно подгрузить драйвер, ну, модуль ядра, с этого диска. Есть проблема. Значит, как эта проблема решается? Очень просто. Смотрите. Вот у нас есть Lilo. Тупое-тупое. Вот это вторичный загрузчик, Lo, который, собственно, умеет загружать ядро. Ему туда прибили карту размещения, где написано. Вот с этого сектора загрузи работу. Ему перебивают просто второй файл. И этот второй файл – это образ маленького Linux. Значит, ядро… Давайте я сюда впишу. Ядро и стартовый виртуальный диск. Initrd он называется. Ну, стартовый виртуальный диск, напишу так. Стартовый виртуальный диск. Что это означает? Это означает, что вместо того, чтобы загрузить совершенно голое ядро в память и передать ему управление со словами, ну ты теперь ищи там свои устройства, классический вторичный загрузчик грузит в память два разных объекта. Одно из них – это ядро операционной системы, второе из них – это маленькая файловая система в памяти, где сложено только самое необходимое, как то модули для
того железа, которое имеется на данном компьютере, да? Вот. И какие-то такие поделки на шелле, которые все это дело, значит, ну, скрипты, которые все это дело инициализируют. Вот. Тем самым основная функция вторичного загрузчика, вот не основная, а вот эта функция вторичного загрузчика, подгрузка модулей, настройка аппаратуры первичная такая, чтобы можно было грузить операционку, передается Linux, пускай Linux этим и занимается, он же это умеет. Вот. Получается еще одна такая небольшая стадия, да? Когда у нас вместе с модулем загружается стартовый виртуальный диск, и этот стартовый виртуальный диск, собственно, и занимается работой с жизненно важными для загрузки устройствами. Получается, в общем, достаточно удобная схема, которая состоит в следующем. Вот эта часть, первично-вторичный загрузчик, конфигурируется пользователем со стороны системы. В случае грубо, здесь можно какие-то проделать разные действия, да, там загрузить то ядро и сякое ядро. Вот. Параметры ядра подправить. Что? Параметры загрузки. Параметры, да, обязательно. Параметры загрузки подправить, разумеется. Вот. А, собственно, системную часть, подгрузка, компоновка модулей, да, все то, что, вообще говоря, для чего, собственно, во FreeBSD придумали свою операционную систему маленькую под названием там вот BootProc. Все это делает Linux. Вот. Какой главный недостаток? Вот вся эта моя речь шла ровно к одному. У этого процесса есть один большой недостаток. Вы берете, меняете материнскую плату, и у вас перестает загружаться Linux вообще. Почему? Потому что в InitRD, в стартовом виртуальном диске, лежат модули для другого чипсета. Смотря что положить. Смотря что положить. Автоматом кладется только то, что нужно, самое необходимое. И в этом, между прочим, отличие стартового виртуального диска, который используется в установке, от стартового виртуального диска, который используется в лифт-системах. Вот там-то как раз лежат все возможные модули. Разумеется, не вообще все, а только те, которые нужны для того, чтобы загрузиться. Дальше-то он полезет туда, в стандартный каталог с ядром, вот туда, откуда он загрузился, и все остальное найдет. Но вот. В случае LeafCD они лежат тут, по большей части этих модулей. Вы, возможно, некоторые из вас, хотя сейчас это, по-моему, уже не принято, помните ситуацию, когда при загрузке операционная система какая-нибудь допотопная говорит, а теперь вставьте дискетку, на которой лежат драйверы вашего внешнего носителя. А, да, вот, я говорю допотопные. Вот. Вот это вот как раз примерно та же самая картина. Да? У нас... может, вот в тот базовый комплект, с которого происходит загрузка, не входят, собственно, драйверы для того устройства, с которого вы хотите загрузиться. Ну вот. Как эта проблема решается? Это немножко офф-топик, но, тем не менее, стоит упомянуть. Очевидно, вы загружаетесь с чего-то, что умеет загружаться на данном чипсете, ну, например, слив. Дальше проделайте некоторые, по сути своей, простые, но с виду иногда довольно заковыристые действия, которые приводят к пересборке. Ну, что такое пересборка? Просто пересозданию архива со стартовым виртуальным диском и перепрописыванию конфигурационных файлов, соответственно, вторичного загрузчика. В случае Lilo там будут еще и прошита карта, а в случае грубо она будет просто в групп.conf. В случае грубо ничего не надо. Надо. Не, ну, если... Групп сам ядра не ищет. Если не интернет остается тот же файл, имя файла тот же остается. А, да, если имя файла остается тот же, то ничего не нужно, естественно. Да? Поскольку вторичный загрузчик групп умеет просто лазить в файловую систему и по имени файла его открывать, соответственно, да, то там ничего не нужно, это вы правы. Вот. Теперь давайте посмотрим, вернемся к утверждению, что после сжатия диска C Windows перестает грузиться. От чего это может происходить? Главная и основная причина, с которой я, собственно, встречался и с которой боролся когда-то давно, когда это еще я видел, как это происходит, давно я уже не видел, как винда перестает грузиться после этого. Главная и основная причина состоит в том, что Windows использует примерно такую же схему загрузки, основанную на картах размещения. Есть такая замечательная программа IntelliLoader, которая грузит ядро. Нет? А как? Он читает интерфейс. Что? Он читает интерфейс.
нет. Но там есть карта размещения. Но карта размещения там все равно есть. Может быть. Короче говоря, я, честно, не очень вдавался в подробности, потому что я знаю, как их исправить. Последовательность загрузки Windows тоже использует карту размещения. Понятное дело, что если то, что у вас было пробито в карту размещения, у вас переехало при сжатии диска, то оно не загрузится, потому что из этого места загрузится то, что там находится сейчас. Оттуда вы Linux поставили. Вот. Как это лечится? У Windows есть такой Windows Administration консоли, по крайней мере, XP, который умеет пересоздавать вот то же самое, что делает там утилита Lilo в случае Lilo или сам Group в случае Group. Умеет пересоздавать вот эту последовательность и прописывать новые значения. Он находит все нужные файлы там у себя в интерфейсе и генерирует карту размещения по новой. Собственно, он записывает в первый сектор загрузочного раздела Windows нахождение этого... Энтелозера, да. МБ переписывает до кучи. Нет, не всегда. Но я не скажу. FixMBR, да. Вот. Чтобы закончить с этой темой. Значит, итак, когда вы устанавливаете Linux на машину, на котором уже есть операционная система, вам нужно обеспечить свободное неразмеченное пространство на диске. Вас этому может помешать отсутствие вообще возможности сделать расширенный раздел, если у вас все четыре праймери заняты. Первое. Второе. Возможно, вам придется ужать файловую систему, ту, которая имеется на диске. Значит, с NTFS могут возникнуть проблемы, хотя, повторяю, в последнее время они что-то не возникают. Видимо, там есть какая-то хитрость в этих самых NTFS trigger utils, которые умеют это делать. Вот. Для особенно боязливых можно порекомендовать использовать какие-нибудь акронисы или чем там обычно это делают. Они с точно такой же вероятностью убьют вам винду, вот. Но вы будете зато удовлетворены, что вы воспользовались таким пиратским программным продуктом. Вот. Вероятность примерно та же. Электричество могут отключить. Да, еще электричество могут. Даже использовать бесперебойно. Ну да, да, да. Еще могут электричество отключить. Это часто бывает, согласно закону подлости, в самый неподходящий момент. Да, еще можно BIOS перепишивать. Именно. Дальнейшая последовательность загрузки будет выглядеть так. У вас загрузится первичный загрузчик. Как правило, при установке Linux вот сюда вот записывается другой загрузчик, не тот, который там был обычно. Он специфичен, и он загружает вторичный, который вам предлагает загружать разные операционные системы. Внимание! Только что я говорил, что попытка загрузить там из грубо Windows, это, в общем, такая мания величия. Тем не менее, я продолжаю утверждать, что группа умеет загружать Windows. Нет ли в этом какого-то несоответствия? Ответ очень простой. Загрузчик винды-то остался. Вот и отлично. Если мы знаем операционную систему, ну, скажем, что это Linux, то наш вторичный загрузчик загрузит ядро, стартовый виртуальный диск, передает им управление, и все будет хорошо. Если мы не знаем, что там в операционной системе, пускай этот вторичный загрузчик загрузит загрузчик винды, а винда пускай там дальше думает. Мы же знаем, где он лежит. Вот пускай она его загружает, и дальше по цепочке все это начинает работать. Вот. По этой причине рекомендуется использовать линуксовый загрузчик, который будет загружать по выбору там Windows или Linux. Если вы не хотите этого, вы можете заставить Windows, если вы работаете с Windows, загружать то Linux, то Windows, потому что у IntelliLoader тоже есть такая опция, она задокументирована. Ну, не так. Ее можно найти как в рецептах на каких-нибудь форумах, потому что в документации нет ничего. Вот. Но это тоже работает. Я один раз так делал просто ради эксперимента. Теперь для того, чтобы подбавить как бы печали
в наш разговор, я скажу, что все, что я сказал, уходит в прошлое. Вот это все. Я не, в том числе и вот такая более-менее разумная последовательность загрузки. Почему? Ну, что касается таблицы разделов, то вы сами видели, что она ужасна. Это такое жуткое легаси, которое надо срочно менять. Так вышло, что она срочно меняется на такой формат разбиения диска, который называется ГПТ. В чем коренное отличие ГПТ от вот этого безобразия? Отличие три. Отличие первое. В ГПТ отказались от использования нотации ЦХС вообще. То есть никакими цилиндрами, головками, секторами там уже никто ничего не меряет, а меряют все вот этими самыми блоками. То есть у диска есть первый блок, второй, третий и последний блок. Второе. Никаких матрешек, значит, четыре различия. Никаких матрешек, вложенных каких-то этих самых, в случае ГПТ не используется, а есть просто N, достаточно большое N, скажем, 64 или 128. 128 записей о возможных разделах. В надежде, что уж 128 разделов вам хватит. Как правило, хватает. Вот, как правило. Значит, третье. У ГПТ есть некие дополнительные средства проверки целостности, как то вычисляется его контрольная сумма и хранится его дополнительная копия в конце диска. Вот МБР, это находится разбросано по диску, так сказать, в количестве одна штука во многих местах, а ГПТ хранится и в начале диска, и в конце его. Соответственно, если у вас что-то испортится с одной стороны диска, другое может послужить для его восстановления. Или если вы что-то руками там поправили, вот случайно, да, в этом ГПТ, то несовпадение контрольной суммы скажет вам, скажет не вам, а загрузчику, что произошла какая-то гадость, и ГПТ испорчен. Да? Первая копия лежит в начале, вторая в конце. Вот. Более того, ГПТ устроено так. Первый сектор как отводился под МБР, так и отводится. И там написано, вы знаете, на вашем диске есть один большой раздел неведомого типа. Какого-то ГПТ-шного. Все. А вот здесь вот уже идут вот эти 128 записей ГПТ. Один. И в конце ГПТ-2. Вот. А между ними вот эти самые разделы. Что, значит, это вот можно все приветствовать, потому что это, конечно, вещь весьма и весьма прогрессивная, освобождение от дурацких легаси, коих вот в этой матрешке было много. Что в этом есть неприятного? Не так уж много. Меня только поразило две вещи. Ну, не поразило, а неприятно, как сказать, вот неприятным были две вещи. Вещь первая. Мне, как человеку, проработающему 5 лет в компьютерной скорой помощи и исправившему вручную с помощью бинарного редактора множество жестких дисков и вот этой всей ерунды, теперь предлагается каким-то образом вручную высчитывать контрольную сумму. Естественно, я это не умею делать. Поэтому теперь редактирование таблицы размещения диска без специальных редакторов, которые умеют потом обновлять контрольную сумму, невозможно в принципе. Ну или очень сложно. Ну, это невелика беда. В конце концов, припишут, да, такую функцию. Посчитать контрольную сумму ГПТ, если бы здесь было ГПТ. Подумаешь, проблема. Вот. Второе. Вместо более или менее понятных типов разделов, которые были указаны вот тут, типа Linux, Linux Swap, там, вот это все, они были, конечно, дурацкие, их всего там один байт на это дело отводился, да, и ну как-то люди договаривались. Вместо этого теперь используются УИДы. УИДы, если вы помните, это такие числа зверя, вот такие вот, которые генерируются, значит, для того, чтобы уникальный идентификатор чего угодно. Вот такое число. Вот. В общем-то, это хорошо. Вот такое число. Но
Запомнить его совершенно невозможно. Вот. Теперь, значит, как это, с чужих слов говорю. Да? Вот я не выяснял, действительно ли это так, я читаю Википедию. Да? Возможно, там неправда написано. Хотя, в общем, если это неправда, то это фактическая неправда. То есть люди просто соврали. Утверждение номер один. Несмотря на то, что уидов очень много, их бесконечно много, их огромное число. Нет, их немного, их 20-28. 20-28 степень. Немножко. Уиды для разделов Windows и Linux одинаковые. И это правда. Почему? Решили. Вот так. Вот у всех операционных систем разные, а у Windows и Linux одинаковые. Догадайся, мол, сама. Второе, вот в это я верить отказываюсь, но так написано в Википедии, надо посмотреть стандарт. Этот УИД, он же как состоит? Число, дефис, число, дефис, число, дефис. Это в текстовом представлении. Да, в текстовом представлении. В бинарном представлении в ГПТ у каждого из этих чисел разный эндиан. Разный. Вот в Википедии написано так, что в одном случае он записывается задом наперед, в другом не задом наперед. Нет, там хитрее. А, еще хитрее. Там же группа чисел. Да. Вот у каждой группы... У каждой группы... Вот они кусками такие. Ага. Это же не все числа, ага. А вот эти вот куски в обратном порядке. Там все хуже. В общем, скажем так, в этом месте есть грабли, которые даже задокументировать еще никто не смог по-человечески. Вот. Другое дело, что, наверное, те редакторы, которые редактируют, они все-таки знают, как правильно. Но на взгляд вы можете уже не узнать. Хотя вот это волшебное сочетание букв, сейчас скажу какое, оно мне знакомое. Как это? ЕБД 0А. Вот это я помню хорошо, этот ЕБД, потому что мы же ставили на Macintosh же мы ставили Linux. ЕБД, да. Значит, это бы еще полбеды. Это-то еще полбеды. Гораздо все хуже вот с этим. Это тоже уходит в прошлое. Потому что, видите ли, производители железа, так точнее не железа, чипсетов, да, они намаялись с производителями железа и с этим, в общем, реально уже несколько раз отжившим свое BIOS-ом. Да? BIOS это такое вот совсем допотопное изобретение. Поэтому на смену BIOS-а идет неведомая, в общем, адский ад под названием EFI, задокументировать который пока что, ну то есть нет, у него есть документация, да, официальная, вот такая. Не, ну это проприетарная технология, не помню. Нет, у него есть как бы с комьюнити, который там занимается. Или еще то, которое Unified? Да, у EFI. Кстати, оно как бы стандарт. Вот. Значит, что это такое? Я говорил, что не надо писать операционную систему. Не. Это операционная система вот на этом уровне, которая гораздо более сложная, чем то, что мы описывали, потому что там нет понятия, ну, условно говоря, ядра. Там есть понятие модули самой вот этой EFI, которые выполняют различные функции. Интерфейсные, загрузочные, оболочечные, еще какие-то. Вот. Значит, попытка моя разобраться в том, как это устроено, да, уперлась в то, что мне надо либо читать довольно невразумительные тексты в Википедии, которые, в общем, невразумительные, причем на любом языке. Либо вот такую пачку документации, которая у меня в отдельно взятую мою голову не лезет, тем более что реально EFI я видел пока что только на Macintosh. Вот. Все серверах, начиная с поля глагола, начиная с второго. Нет, на серверах их тоже не видел. Они не делают. Есть два утверждения на эту тему. Вот. Возможно, я давно не видел новых серверов. Хотя? Значит, поэтому, значит, я всех призываю внимательно изучать вот эту ерунду, потому что она очень развесистая. На сегодняшний день есть одна спасительная нычка, а именно большинство EFI умеет эмулировать BIOS. Вот при включении эмуляции BIOS вы временно забываете о том, что у вас есть какое-то EFI. А?
На некоторых нету. Вон на итаниумах не было никогда. Вот. Да. Правда, итаниумов уже нет. Есть, да? Ну, да. Ну вот. Значит, поскольку я вот лично с этим очень мало работал, да, но это наше будущее ужасное, всех призываю вот в это вглядываться. Да, значит, это еще достаточно слабо документировано, в том числе и по причине того, о чем говорил сейчас Евгений, да, это изначально проект был не открытый, да, вот это были какие-то внутренности не тела. Вот. Поддержка этого безобразия не вполне хороша в современных дистрибутивах. Вот. Есть отдельные проекты, которые работают с EFI, там, какой-нибудь Елило, вот. Что касается грубо, то только вот прямо сейчас туда вхакивают поддержку EFI какую-то. Но проблема даже не в этом. Проблема стоит в том, что эти люди, которые изобрели этот самый EFI, они же прошли в обратную сторону. Это в EFI должна быть возможность загрузить вашу операционную систему. Каким-то образом реализованная. Да? Вот. Значит, чтобы сказать пару добрых слов об этом удивительном начинании. Что в этом хорошего? В EFI есть свой собственный байт-код, то есть некоторые логические драйверы, скажем, драйвер файловой системы, да, он будет независим от аппаратно. Независим. То есть вот он есть, он туда подгружается, там сидит и работает там совсем. Да. У EFI есть возможность контроля загрузки того, что вы ей подсунули. Вот. Возможно, возможно, это не позволит написать вирусы для EFI, хотя я в этом сомневаюсь, я думаю, что они будут. Вот там на самом деле есть механизм контроля целостности. Себя. Да, и так называемый доверенного доступа к... О, доверенный доступ — это вообще отдельная песня. Тут все интернеты были полны этим доверенным доступом с словами. Вот сейчас выпустят компьютеры, на которых будет загружаться только Windows, потому что ничего другого EFI загрузить не позволит. Вот. И так я понимаю, с этой проблемой не поборолись. Red Hat сказал, ну мы что, мы сейчас свои ключи придумаем, и Red Hat будет загружаться. Вот. В общем, я очень надеюсь, что что-нибудь с этим сделать, тем более, что есть несколько гораздо более разумных проектов, типа OpenFirmware. Вот. Но вот... Вот. Окей. Значит... Чего я не рассказал за сегодня? Нам пора заканчивать. Нам уже давно пора заканчивать, уже 3 минуты как. На самом деле, для того, чтобы установить дистрибутив, нужно еще сеть настроить. А еще раньше нужно было когда-то настраивать, ну, скажем, видеокарт. Так вот сейчас, если кто не знает, да, современный Linux и то, и другое настраивают автоматом. Причем довольно-таки нечувствительно для пользователя. Или чувствительно, если у них не получается. Но это бывает нечасто. Вот. Если вы увидите какую-нибудь книжку по работе с Linux, где будет вам рассказывать, как настраивать там xorg, как редактировать xorg.conf, x386, да, не читайте это место в этой книжке. Оно не для вас. Просто потому, что сейчас так не делается. Сейчас никакого xorg.conf обычно нет. Вот. Что касается настройки сети, то тут вопрос тонкий. Тем не менее, базовые такие вещи, которые могут понадобиться обычному пользователю, типа подключения к домашнему провайдеру, будут реализованы через службу, которая называется Network Manager, которая там где-то в бэкграунде работает, а вам показывают прекрасный аплет, да, с кнопочками, менюшками, лото и принцессами. Вот. Соответственно, если у вас автоматическая настройка DHCP, он вообще настроится сам. Если там надо какие-то вводить, значит, IP-шник, то там есть место, где ввести IP-шник. В общем, эта задача из системной превратилась в такую прикладную достаточно. И, как правило, у человека, который вообще знает, что такое IP-шник, проблем не вызывает. Вот. Так что вот, вот это и есть... главный порог вхождения, да, после которого, в общем, вы можете ставить этот Linux, пользоваться им и так далее. Все. Значит, следующий... Да, вопрос. У нас сколько еще осталось занятий? У нас...
Два, видимо, да? Два или три, надо почитать. Ну, короче, в следующий раз поставьте вопрос, чтобы мы распланировали экзамен, когда он у нас будет. Вот. У нас осталась незатроганная тема про некоторые инвариантные прикладной части, всякие дебасы. Вот. Что-то еще там такое же. Авахи всякие. Ну, в общем, инварианты прикладухи, да? На чем, собственно, можно будет наш курс считать законченным. Все, всем спасибо.